М87 со звездочкой, эволюция черной дыры за один год. Вычислительное моделирование М87 со звездочкой было использовано для создания одногодичной анимации первой в истории черной дыры, которая была непосредственно отображена телескопом Event Horizon. Анимация здесь размыта, чтобы показать ее в разрешении телескопа горизонта событий. Показан измеренный позиционный угол яркой стороны полумесяца. Новый анализ, который был опубликован сегодня, показал, что яркое кольцо, опоясывающее М87 со звездочкой, со временем значительно колеблется. Здравствуйте! Уделите, пожалуйста, внимание. Наш канал научно-просветительский. Помимо основных видео, здесь есть лекции, подкасты, интервью с научными сотрудниками высших образовательных учреждений. Также мы для удобства разместили плейлисты по общим тематикам. Если вы хотите получать от нас уведомления, просто подпишитесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы своевременно публикуем материалы и научные достижения.